Всем привет, с вами DoublePlay, а на этот раз у нас игрушка под названием Anomalous Zone, если я правильно, надеюсь, его произношу, и эту игру вы не найдете в Google Play Market, потому что эта игра от молодого создателя, так скажем, да, несмотря на свой возраст, он уже создает игры, и попросил, конечно, что оставить его имя анонимным, но тем не менее я оставлю в описании. Давайте чуть потише сделать, потому что прям громко орёт мне в ухо музыка. Ну, музыка такая, да, чуть ли на Silent Hill похоже. Чуть-чуть, чем-то напоминает мне. Оставлю ссылку в описании, там, где можно скачать эту игру и, в принципе, посмотреть информацию по ней. И это, кстати, да, и, собственно, эта группа самого создателя этой игры, да, она еще в разработке. Тут, я так понимаю, не так уж и много будет всего показано. Ну, это, так скажем, да, небольшая демка будет на эту игру. И поэтому давайте же посмотрим, опять-таки, про зону. Значит, мы сами понимаем, что это будет типа сталкера что-то. Но от, так скажем, новичка в, так скажем, да, во всей этой деятельности разработчиков. Так, в настройках давай зайдем, посмотрим. А настройка нажимается хоть? А вроде нет, только новая игра. Ладно, погнали, приятного всем просмотра. Уже я вот вошел в игру. Давайте походим, посмотрим, что это себе представляет. А, знаете, чем-то напоминает по графике игру под названием Way of Stalker. У меня даже, кстати, есть на него обзор на эту игру. Так, подождите, что-то я немножко кнопки неудобно сделал. Надо именно на середину нажать, а потом уже передвигаться с вами. Так, это что у нас? Это что у нас? Вот ничего нет у нас. А, что-то мы кидаем. А, это болт. Болт мы ложим, как всегда, на всякие разные аномалии. Для того, чтобы не помереть от них. Так, а ну-ка. Попробуем еще раз кинуть. Так, подожди. Оп, да. Болт кидается. Вправо кидается. А вниз? Да, вниз тоже кидается. И, кстати, не знаю, то ли это еще недоработка, то ли я не знаю, что. Потому что, смотрите. Ну... Здесь, да, нету. Ну, мы не видим никаким образом ту аномалию, разве что, если мы кинем с вами болт. Не знаю, то ли это музыка, то ли реально где-то что-то стреляют. На самом деле, да, немножко пока что странно выглядит игра, но тем не менее... Так скажем, да. Видно, что человек старается. Так, а что это орёт? Кто это орёт? Зачем орёт? Почему орёт? Непонятно. Так. Ну, пока что, конечно, да, видно, что. Звуки, да, звуки знакомые. Так. Выглядит довольно-таки прикольно. Ну, блин, если бы еще ее доработать, было бы намного лучше. Чем-то напоминает ретро-игры, да, пиксельные. Ну, над музыкой, думаю, еще будут работать. Хотя, в принципе, неплохо атмосферу создает, да? Та же самая музыка. Так, а ну-ка. Так, а здесь что у нас? Ага, это кнопка выход, сохранение, достижение, статистика. Сейв или лот? Точно. Так, пока что особо не работают другие кнопки, да, я так понял. Все будет потом у нас с вами. Так, подожди, выход. Я не хочу выходить из зоны. А, все, можно прикрыть. На ту же самую просто кнопку нажимаешь, оно. У нас, кстати, вот показано, что есть пистолет, есть нож. Вот, ага, это у нас нож, а это пистолет. О. Вот так, нажимаем. О, стреляем. А у нас есть инвентарь? Так, карту мы полностью открыть не можем с вами. Так. Давайте пошли дальше, посмотрим, что у нас тут. Заходить мы сюда можем? Вроде как нет. Так, здесь что? О, говорить можем, кстати. Нажали. Нажимай на говорить, что там? Говори. Так, стрелять можем, а говорить что-то не можем. Так, ладно. Допустим, о чем-то мы с ними поговорили. Да? Или я что-то неправильно делаю? А, вот. Не, не то. Тоже не вот. Ну, почему ты не разговариваешь? Может, на человечка надо нажать, то ли надо? Ну да, все такие сидят на чили, на расслабоне. Чтобы... Не этот. А, с этими говорить не можем ничего, да? И чилят все раз на слабоне, все отдыхают.
Это не хватает, да? Чувака с гитарой и с разными шутками. Про зону, да? Про радиацию и про пустоши, так скажем. Блин, говорить есть. А как разговаривать? Непонятно. Но я все прожимаю, ничего не работает. Вроде как должен был разговаривать. Ладно. Не хочешь, как хочешь, не разговаривай. Твое дело. Карта нас просто показывает, поняли? Вот смотрите, карта она прозрачная у нас по сути, да? Просто показывает как радар, типа какие есть ближайшие там объекты, с которыми можно как-то взаимодействовать, да? Или нет? Или просто вообще есть? Эти чувачки какие-то тут. Синие это у нас, я так помню, броня, красная жизнь. О, кстати, монстр. А ну-ка, глянем, что мы можем с этим монстром сейчас сделать. Опа, опа. Что-то монстр, блин, вниз головой как-то странно ходит. И в чем я застрял? Чего я застрял? Блин, у меня ХП, кстати, отнял уже. Бля, что я промахиваюсь? Бля, да, немножко криво, конечно, сделано. Походка того уродца. Ну, блин, я попаду по нему сегодня или как? Или это тоже немножко криво сделано? Или я попадаю по нему? Вообще непонятно ничего. Так, а ну-ка вверх. Так, а ну ножом попробуем. А они сидят себе на чили, им вообще пофиг, все по барабану. Так, попробуем хоть так его вынести. О, так получается. А, все, я его замочил, кстати, с... Интересно, ну, надо сейчас еще одного такого найти. Я его вроде как с одного удара, да, с ножа замочил. Так, никак взаимодействовать не можем, ничего подобрать не можем. Пока что, я так понял. Но выглядит все это, конечно, прикольно. Не идеально, не спорю. Ну, хоть что-то. Так, дальше мы не можем, да, идти? Я вышел из экрана, короче. Вот, блин, да, вот это я понимаю, вот играю еще вот в самой разработке, да? Не, ну то, что чувак уже научился все это, так скажем, да, организовать, чтобы можно было вообще, в принципе, передвигаться по территории, что вот так можно размахиваться ножом, да? И уже, я так понял, один человек занимается этой игрой все-таки, как ни крути, а не целые команды. Так. Давайте вернемся сюда. Одного монстрика мы с вами завалили. Потому что у нас там дальше будет. Например, давайте в левую сторону с вами сходим, да, к примеру. Кстати, у нас в инвентаре ничего нету. Пустота. Ну, единственное, что пистолет есть. И все. Кстати, вроде как в обзорщиках, да, не в этой версии, которую сейчас записываю, то в следующей версии разработчик пообещал мне, то будет этот. А ну-ка. Кинем сюда. Болт. Так. Так, радиация показана нам. Кстати, типа еще показано нам, что у нас там не хватает еды. И, короче, это типа еще и будет выживать. Да ё-моё. Короче, жесть. Это типа нам показывает, какие тут будут аномалии, да? Звуки, да. Звуки взяты из этого. Из оригинального сталкера. Я заметил уже. И думаю, что многие поклонники так же самое уже это заметили. Я так понимаю, один моб только будет, да, у нас тут, который мы сейчас завалили. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что пистолетом мы особо его ничем не коцали. Вот то ножом от него пырнули его, и он готов. Да, теперь на нас наложен статус радиация и... Еда и вода. Кстати, ХП у нас восстанавливается, да, постепенно? Клево. Я вот это не пойму. То ли я что-то не так делаю, то ли здесь разговаривать невозможно. Говорить, говорить. Не хочешь говорить? Ну ладно, с нами, короче, разговаривать не хотят. Поэтому давайте их пырнем за это. Пырнем за то, что нам лайки не хотят ставить, там не подписываются, так пырнули.
Шучу, на самом деле, не. Смотрите, смотрите, наслаждайтесь, даже те, кто не ставит за ваши просмотры. На самом деле, я благодарен, я вообще шучу, как бы. Вот. Но, и тем не менее... А, вот, может так нажать надо? Левый кружочек. Ну, на правом джойстике, типа, да, левый кружочек. А что это, интересно? Вот что это такое? Вроде ничего. Так, короче, можем с вами вот, кому понравилось, можете скачать, тоже побегать. Может, вы, кстати, что-то найдете тут еще интересное, что-то новое. Может, я чего-то тут не замечаю, а вы заметите, то пишите обязательно в комментарии. Ну, вроде как это все, да. Идея выглядит неплохо, я скажу вам. Если ее реализовать вот прям как следует, с заданиями там, да, то вроде как неплохая игра получится с вами. Это вот такие вот дела. Давайте порежем себе кусочек той шашлыка. А ну, давай. Кстати, прикольно будет, если разработчик добавит сюда, в смысле, вот так коцнул, да? И потом смоешь в инвентаре, у тебя появляются кусочки там шашлычка. Вот, честно говоря, будет прикольно это выглядеть. Ну, у нас, кстати, смотрите. А, у нас значки вот эти, видите, уже начало пожелтело вот это, значок еды, ну, типа, голода, да, я так понимаю. То есть на зеленый это хорошо, желтый это уже постепенно начинаем голодать. Ну, съесть мы пока что с вами ничего не сможем в этой игре. Ладненько, давайте пока будем на это заканчивать. Кстати, разработчик, можешь в комментарии, кстати, отметить, что я где пропустил, что я не сделал. И написать свои дальнейшие идеи по этой игре. Думаю, многим подписчикам будет интересно, что будет дальше. И хотя бы не полностью проспойлерить свой, так скажем, да, проект. Но тем не менее, показать, чего можно дальше ждать от твоей работы. Спасибо, что смотрели до конца, прожимайте лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, прожимая колокольчик, чтобы видеть такие подобные игры и еще получше, или даже бывает похуже. Не пропускать новые видео, оставлять свои комментарии, что вы думаете по этой игре, как вам она. Поддержите, кстати, да, не подписчика, ну и подписчика в данный момент, и разработчика этой игры, чувак старается. Поэтому давайте его поддержите для того, чтобы он работал, усердствовал и создал какую-нибудь крутецкую, так скажем, сталкер на мобильный. Потому что, к сожалению, например, тот же самый Whale Stalker уже разрабы перестали заниматься, хотя она выглядела прикольной. Мы с ней даже немного, в нее точнее, немножко поиграли. Но, блядь, продолжения не видим. Ну вот, кстати, еще как вариант для вас. Гляньте, посмотрите и посмотрим, что получится с этим. Опять-таки, спасибо, что так смотрели. Спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи, всем пока.